находится. Вот это вот 92-й год. Ну кто тогда был более-менее взрослый, помнит, какое прекрасное, замечательное время это было. Вот. И, так сказать, поскольку сытое брюхо к учению глухо, как мы помним, голодное, значит, вызывало желание что-нибудь порисовать. Видимо, так. И приехал вдруг внезапно один итальянский архитектор, который сделал мне заказ на несколько рисунков Пестума, потому что он в этом Пестуме построил гостиницу и хотел, так сказать, там выставку сделать в этот момент. Это меня полгода кормило, вот, при том, что добрался я до Пестума только через 3 года после этого. Поэтому вот, вот эти картинки, они сделаны по представлению. И совершенно я этого не стесняюсь, потому что это им тоже придает какой-то смысл. Да, вот это была целая серия. Техника здесь такая. Это сангина, которая просто растерта с водой в такую жижу и кистью быстро достаточно сделана, да, потому что это дает возможность очень оперативно такой тон набрать. И получились вот такие интересные листы. Дело в том, что в Пестум он меня тогда не вывез из жадности, но, значит, снабдил колоссальным количеством каких-то репродукций, альбомов, видеокассет, которые я заездил до абсолютно сумеречного состояния, так сказать, ловя все эти какие-то виды. И когда чуть позже в Пестум впервые приехал, у меня было очень странное ощущение, потому что я буквально знал, на какой колонне, в каком месте отколот кусок. Я не преувеличиваю сейчас. Но при этом это все выглядело совершенно не так, как это можно было себе представить. Архитектура вообще наиболее трудно передается любым способом, отличным от непосредственного восприятия. Потому что ни видео, ни фотографии, ни картинки, они что-то, конечно, говорят, но это надо видеть всегда живьем, потому что архитектура большая, около нее надо еще ходить, двигаться, смотреть с разных сторон. По-другому не бывает. Ну вот так или иначе, вот Пестум этот начался вот отсюда и дальше. Здесь уже вот эти работы, которые сделаны были с натуры, достаточно быстро. Вот. Таких тоже было довольно много. Ну вот, вот на этой картинке я бы хотел ваше внимание немножко поподробнее остановить. То есть это, ну, при том, что я, в общем, стараюсь достаточно тщательно, как правило, рисовать, потому что вижу в этом уважение к предмету, который изображается. Но это даже в этом отношении нечто исключительное, потому что мне тогда захотелось не просто нарисовать вот этот вот храм Афины 6 века до нашей эры, да, а сделать портреты каждого камня, из которого он сложен. Почему? Потому что, ну, за те 2500 лет, которые прошли, ценность каждого из них и прожитая ими жизнь, да, так сказать, где какие жилки, как что выветрилось, что где трава выросла, где что случилось, это все, ну, приобрело какую-то для меня на тот момент очень большую ценность. Я это все постарался показать, и это то, что сознательно оставлено недоделанным, потому что ну, унавозить весь лист вот таким же образом, ну просто это уже какая-то шизоидность была в этом неправильная. Да, а так, в общем, я остановился в тот момент, когда мне показалось, что все, что нужно, здесь уже есть. Вот, это тоже 92-й год.